Для меня и Академии русской музыки сегодняшний вечер – это еще один повод прикоснуться к живой и неизбывной реальности русской музыки. Центральный раздел моей книги – это воспоминания самого Николая Ивановича Пейко, лица и лики, образы и музыка тех, кого Николай Иванович любил и кто отвечал ему взаимностью. Помню последние мгновения нашего земного общения с Николаем Ивановичем Пейко. Вообще общение с ним, все, кто маломальски знали его, помнят, что общение с ним было пиршеством для ума, как говорил Гумилев. И дело, конечно, не только в том, что это был величайший энциклопедист, владевший десятками иностранных языков, включая древние. Человек, блистательно знавший грандиозный объем гуманитарной культуры, слушать в его присутствии, как он часами по памяти читает из Анинского, любимого Заболоцкого, из Твардовского, из Сёрина Кьеркегора, из Данилевского и Шпенглера, из Бунина и Бориса Зайцева. Я помню, как я выходил в Камергерский переулок после короткого 7-часового урока и по молодости жалел прохожих на Тверской. Мне хотелось кричать: «Вы не видели этого, вы этого не слышали». Мне было 14 лет, когда я впервые увидел Николая Ивановича Пейко. Одна из певиц, работавших с Рудольфом Баршаем, устроила эту встречу задолго до того, как я стал студентом его класса. И я помню, что наше музыкальное знакомство закончилось тем, что он попросил меня почитать любимые стихи. Удивительно, я к этому не готовился и меньше всего этого ожидал, но прочитал что-то из Заболоцкого. Мне и в голову тогда не могло прийти, что это был любимый поэт Пейко, с которым он очень дружил. Автор первой музыки на стихи Николай Алексеевич специально для него переделал свою известную поэму «Творцы дорог». Я помню, как он смотрел на то, что в нашей жизни кажется обыденным в последние свои часы, в последние свои дни. На деревья, на людей. Все ему казалось неизбывно красивым. Неизбывно красивым. Но это была красота, это было ощущение красоты этого мира в предвкушении красоты миров иных. Я в этом теперь глубоко убежден. Уходил композитор тихо, без жалоб и стонов. Я не знаю, был ли безболезным этот уход, ведь признаки телесного страдания могли скрываться мужественным и сдержанным человеком. Но в том, что кончина эта была не постыдна и мирна, сомневаться не приходится.
Думая обо всем этом, я часто вспоминаю эпизод с Макаром Долгоруким из «Подростка» Достоевского. «Старец должен быть доволен во всякое время, а умирать должен в полном цвете ума своего, блаженно и благолепно, насытившись днями, вздыхая на последний час и радуясь, отходя, как колос к снопу и восполнивши тайну свою». На закатном исходе 1 июля 1995 года в самом сердце Москвы, в квартире-кабинете дома, что в Камергерском переулке, Николай Иванович восполнил свою последнюю светлую тайну. Попросил дочь включить запись корсаковской «Снегурочки» и, послушав немного, несколько раз произнес слова из любимой с детства оперы: «Люблю и таю». Не видевший всего этого, подошедший чуть позже священник, врач, сказал: «Не мешайте ему, он истаивает». Для меня было огромной честью писать предисловие книги моего учителя Юрия Борисовича Абдокова, посвященной одному из величайших музыкантов прошлого века, Николаю Ивановичу Пейко. Это грандиозный, выдающийся труд,
знакомство с которым полезно не только в познавательном, исследовательском смысле. Это еще и образец редкой человеческой духовной культуры. Это пример благородства тона, которое почти исчезло из современного академического искусства, науки и образования. Я счастлив за тех, кто будет открывать для себя мир Мисковского и Шостаковича, Шебелина и Прокофьева, Бориса Чайковского, Моисея Вайнберга, мир Николая Ивановича Бейко, его замечательной семьи. Читая работу, которая, по моему мнению, не имеет аналогов в современном искусствознании. Я убежден, эту книгу должен прочитать каждый, для кого дорога русская музыка 20 века.